готовность муниципальных образований к проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи и ход реализации приоритетного проекта развития Дагестана «Новая индустриализация». Об этом говорили на заседании правительства республики. Вел его председатель правительства Абдусамат Гамидов. Всероссийская сельхозперепись – событие федерального значения и проводится один раз в десятилетие, поэтому особый упор сделан на ее подготовку и проведение. С докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Мусафинди Велимурадов. Он рассказал о совместной работе глав муниципалитетов, органов госстатистики и правоохранительных структур. В 367 населенных пунктах пока отсутствуют аншлаги. В некоторых районах до сих пор не ведутся хозяйственные книги. Гамидов отметил, что сельхозперепись покажет проблемы тружеников села, и только по ее результатам государственная власть сможет решить их. После этой переписи, я надеюсь, мы не будем все-таки сомневаться, сколько у нас мелкого, крупного рогатого скота и все те вопросы, которые порой у нас возникают, и не будет вопросов, когда распределяем субсидии с Минсельхоза, те получили или другие получили, будет четкая картина, и нам будет легче работать. По второму вопросу выступил зампредседателя правительства Гасан Идрисов. Он отметил, что основная часть вливаний в республиканский бюджет происходит благодаря развитию промышленности, созданию инвестиционных площадок и парков. Предстоит много работы по разработке и организации промышленных объектов. Есть и плюсы. С 2013 года идет активное привлечение инвесторов в Дагестан. Уже реализовано 28 инвестиционных проектов на сумму более чем 30 миллиардов рублей. В целом по республике за 2013-2015 годы создано более 5000 новых рабочих мест. Необходимо отметить, что в 2013-2015 годах объем государственных и муниципальных заказов, размещенных на предприятиях республики, увеличился более чем в 5 раз, превысив 500 миллионов рублей. В течение 2016 года проектом новой индустриализации предусмотрено увеличение этого показателя до 1 миллиарда рублей.